Завтра будет жарко. Буду биться до конца. Всем удачи. Всем добрый вечер. Большое спасибо, что нашли время сегодня, пришли сюда поболеть, посмотреть на церемонию взвешивания. Завтра, 22 декабря, в развлекательном центре «Гоголь» состоится уже второй по счету турнир «Гран-при Бушидо Казахстан» в полулегком весе. Будет разыгран телефон. Телефон получит тот, кто угадает победителя «Гран-при». Есть у нас Инстаграм «Бушидо Казахстан». Там есть пост, посвященный этому конкурсу. В нем можно написать имя победителя, отметить своих трех друзей, и в воскресенье после турнира вот этот телефон мы разыграем. То есть вы можете этот телефон получить. Всем спасибо большое. Итак, гран-при Бушидо Казахстан под номером 2 весовой категории 65,8 килограмм открывается. Именно Бушидо FC. Вы знаете, да, это Бушидо FC откуда взялось, хочу вам чуть рассказать коротко. Помните, Боб сам приезжал, Александр Емельяненко, это тогда Бушидо проводилось. Президент сам прилетал, тогда до Симонайдис. И вот такой промоушен тоже очень большой. Поэтому вот мы лицензию взяли полностью, и именно Бушидо Казахстан. Тоже, знаете, в Шердоге все забьете, поэтому. Вот теперь все весовые категории сейчас в следующем году, уже в 2020-м, мы оставшиеся все весовые категории мы проведем. 57, 61, 77 и остальные веса. И потом будем уже двигаться дальше. Потом будет поезд уже Центральной Азии. Это Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. И наши финалисты будут автоматически участвовать в этом гран-при. Там тоже будет очень огромный призовой фонд. Уже более будет, видите, для вас. Это все сделано. Побольше чемпионов. Пусть победит сильнейший. И у нас только Бушидо FC Казахстан слепая жеребьевка. Видели, раньше как-то делали, сильных разделяли там, везде это делается. А у нас вот все здесь будет вытаскиваться. Вот, открыто перед всеми, перед вами. Открытая слепая жеребьевка. Олимпийская система. Все, всем спасибо. Давайте начнем. Давайте с каната начнем, наверное, оттуда. Представляли, ребят, канат. Пожалуйста, подходи, вытаскивай номер соперника. Первая пара у нас. Номер один. Канат, степной орел, Кулмагомбетов. Руслан, Барс, Серикпулов. Это свободный наезд, он проходит 7 секунд без боя, так что он вытянула девочка и выйдет. Нуржан Бизон Акишев, город Алматы, команда «Октагон». Следующий, который проходит дальше без боя, следующий круг. Представляю вам Улана. Представляю я Али, он из города Алматы. Бахтияр Беркут Мухаммедьяров. Все, проходит. Бахтос Жаунгер Олжабай. Абзал, воин, Азиз, Туркестанская область. Сержант Тойка Сабаргалиев, команда Алмаз Иглс. Победил часть режутуи по ММА. Он тоже свободный, без боя проходит следующий круг. Нуржан Каган Жолтыбай, город Ахтебе. Команда клуб Еркингуш, команда Алмаз ММА Про Тим. Аблай Балта Исмаилов, город Шымкент, команда Алмаз Крындары. Сундер Хран Айткол, город Шымкент, команда Golden Fight. Мурат Кокпар Бахторазов, команда Шымкент, город Шымкент, команда Легион. Рейтинговый бой, единственный рейтинговый. Молодых бойцов, 70 килограмм представлю. Боец города Алматы, команда Golden Team. Бержан Батыр Бутейхана. Самый юный боец. Ему всего лишь 19 лет.
Он является чемпионом города Алматы по греблингу. Биржан Батыр Букейханов. Команда Golden Team. Его соперником будет также юный боец, ему 20 лет. Аким Ака Абаев. Команда «Три семерки». Он является чемпионом города Алматы по ММА среди любителей. Рейтинговый бой. Весовой категории 70 килограмм. Большое спасибо всем. Вы видели открытую жеребьевку. Завтра всех ждем. 20:00. Значок Луи Гоголь. Остальные можете возить прямой эфир по Ютубе. ММА территория. Прямой эфир будет. Большое спасибо. До завтра.